Друзья, всем привет. Небольшое дополнение про Castrol 0W20 гибрид. Про этот продукт я уже вам рассказывал в предыдущем ролике. У нас, во-первых, пришли литровые канистры, они такие же, как консервы японские, обычные, как тойотовские. Меня люди спрашивают уже про дату производства, как расшифровывать правильно. Давайте я покажу вам, потому что тут есть своя специфика. На нижней части канистры, как обычно, на всех японских канистрах указывается дата производства тары, самой металлической. 0 – это год 20-й, 9 – это месяц, 9-й – 24-е число. Соответственно, в 20-м году сделаны канистры, а в 9-м месяце 24-го числа. Где указана дата производства самого продукта непосредственно? На верхней части упаковки, в формате. Смотрим внимательно и запоминаем. Первое – 20 – это год, 20-й. Далее идет буква «И». Это не цифра 1, а буква И. Вообще японцы И не используют в маркировке месяцев, как правило, потому что она похожа на единицу. Но в данном случае это исключение из правила. Буква И соответствует 9 месяцу. Просто запомните это. Латинский алфавит. То есть 20 год, 9 месяц, 25 число. Это та дата, когда был произведен розлив продукта. Соответственно, тара была сделана в 20 году 9 месяца 24 числа, а розлив продукта произошел через день после производства тары. То есть в 20 году 9 месяца 25 числа. Просто запомните это. Здесь на литровой канистре абсолютно та же самая маркировка стоит. В общем-то все. На литровую канистру ссылка на покупку появится у нас в течение пары дней. Операторы добавят. На 4-литровую уже ссылочка на покупку есть. Я размещу ее в этом видео тоже. Если будут какие-то вопросы по продукту возникать, пишите, звоните, спрашивайте. У нас его много сейчас на остатке. Мы завезли его практически там коробок, ну, 20-25, наверное, примерно, не помню. 4-литровых канистр и коробок, наверное, 5 литрушек. Так что всем хватит, обращайтесь.